Так, всем привет, ребят! Вы на канале Моисей Сонливый. Мы снимаем видео. Короче, как пройти ковчег. Для этого нужно немного. Всего лишь хорошая оружка. Ну, не такая уж хорошая. А, сейчас доз. Сейчас дозинка загружается. Ну, поверьте, доз очень долго загружается, можно сказать так. Или уже как бы обновили версию. Ну, она называется медленно, если честно. Ну, короче, я вам покажу суть игры. У меня есть помощник. Это атомный факельщик. Не думайте, что атомный факельщик как-то очутился в моем доме и не атакует меня. Короче, вы уже поняли суть обновления. Ребят, у меня сейчас какая-то фигня появилась. Так. Ждем. Блин, придется ждать. Короче, осталось немножко до обновления. Хотя вы думаете, ну это просто как можно сказать, обложка или что еще. Мы сейчас едем на мотоцикле в аванпост оплота. Оплот аванпоста. Ну, как-то так называется. Мы взяли немного оружки, не сильно. Потому что, короче, враги будут слабые у нас там. Чё тут холодненько? Пожалуйста. Ой, жалобка. Так, сейчас. Ой, дело. У меня 79%, ребят. Так, ребят, давайте-ка мы поменяем нашего чела на собаку. Я убрал звук специально. Вот наши два сторожа. Из такого домка, в который мы не можем пойти никакими способами. Мы уже покалечились хорошо. И чё? Так, ты военная, но? Ну? Еще один, чё? Привет. У нас еще есть задание, но мы его выполним попозже. Если нам не хватит там каких-то штук, тогда возвращаемся в убежище. Лифт. Так, первый. А, да-да-да, у нас нету, блин, карточек нету. Придется возвращаться. Ладно, останавливаем видео. Ну все, мы уже здесь, на базе. Нам нужно срочно починить эту штуку, а у нас всего лишь 9 железа. Давайте возьмем железо еще. Ну и давайте-ка ремонтировать нашу электронную радиосвязь, которую только что лопатами побили. Все, теперь как новенькая. Пошли теперь к клепке. Ну, мне не важно то, что они читают, мне не интересно, что они читают. Короче, мы можем взять ящики, но мне пока не интересно ящики. Но сейчас интересно.
Давайте-ка сейчас мы экипируемся хорошенько. Горилла. Давай, собачка, нападай. Я с этого левый фук, правый фук. Левый, правый, правый, левый, левый, правый. Короче, ребят, смотрите, что мы делаем. Что? Ну, забрали. Ну да, того. Надо определяться. Ну и не из-за этого, а то, что я смотрю телефон. А из-за ука, наверное. Так, ребят, надеваем броню нашу. А потом нам нужно пойти в мертвую низинь. Нам нужно взять хорошее оружие для теста. А у нас есть уже такая одна. Давайте-ка на всякий случай пистолет тоже возьмем. Так, ребят, знаете, что я беру в бой? Каких я союзников беру? Конечно, я не знаю. Я возьму кого-то сильного, кто может убить язычника. Мне сейчас собака понадобится точно. Ладно, пошли. Фиг с тобой, собачка. Пусть уже будет что есть. Так, сейчас будет загружаться локация. Остановим видео. Короче, ребят. Давайте-ка нагнемся. Первый наш враг. Волк. Давай, волк против волка. Только против теперь собаки. Так. Давайте-ка пойдем аккуратно. Кто это? Душа, блин. Блин, на меня язычник напал. На тебе, язычник, подтыжник. Все. Умер. Он погибнул. Сгинул. Так, теперь займемся душой. Его очень легко бить, потому что он медленный. И с ним разобраться довольно-ка легко. У него дробовик. Можете остановить видео и прочитать, как его называют там. Вау. Мы взяли плохую оружку. Так, теперь этот заманим к себе. Быстро отбегать, если вас догонят этот чел. Так. Берем оружие. Нам все пригодится, ребят. Так, нам нужно срочно смастерить это. Ну и максимум столько. Ну и давайте-ка этого последнего распадника убьем. Все. А блин, коготь. Не-не, чуваки, так нечестно. Валим, ребят. Блин, коготь. Блин, только когтя мне не хватало. Ладно, пойдем его найдем. Какая собачка послушная. Ходит медленно. Хват. Давайте-ка быстро захилимся.
чтобы он нас не мог купить. Давайте-ка так. Все, погнали дальше, ребят. Коготь. На-на-на-на. Собачка дальше его добила. Наш. Так, давайте-ка аккуратно пройдем. Кто это? Горелый. Мочим его аккуратно. Думаю, ребята, у нас... Блин. Забыл. Ладно, ребят, заканчиваем видео. Потому что... короче, у нас не получится всю мертвую низень пройти. Так что всем пока, ребят. С вами был Моисей. Вы были на канале Моисей Сонливый. Всем пока, ребят.